Элизабет? Ловите! Тот самый меч. Слушай, Мелиудас. Я хочу, чтобы ты принял его. Лиз не желала для вас сражений! Она просто хотела, чтобы вы жили! Мне достаточно любить его и так, в душе. Ты серьезно? В чувствах нужно обязательно признаться! Мелиудас говорит так. Все, что произошло в Леонессе и возрождение десяти заповедей, все, что я видел, тоже иллюзия. Лиз, в итоге я не смог тебя защитить. Не знаешь. Но слово. Встретимся. Идеальное исцеление. Способности друидов даже рядом не стоят. Это силы. Никакого проку. Его сердца не бьются. Сэр Мелиудас, больше никогда! Не трожь! Не смей прикасаться к моей женщине! Женщине? Сэр Мелиудас! Положись на меня! Мелиудас, спасибо! Может, у меня нет права говорить тебе прости. Все потому, что по моей вине умирают твои сородичи. Давно не виделись, Элизабет. Откуда ты меня знаешь? Сострадательная. О чем ты? Даже сейчас ты собираешься мучить брата Мелиудаса, проклятая богиня Элизабет. Лиз! Так ты же... Снова встретимся. Снова. Я снова не смог спасти тебя. Прости меня, Элизабет. Малыш, неужели ты хочешь взять с собой эту девушку? Пойду с ней и не приму никаких жалоб. Стой! Что ты собираешься сделать с сестренкой? У Элизабет больше не осталось времени. Однако, если воспользоваться этим способом, я обязательно спасу Элизабет. Не думал, что грешник-предатель сам постучится в дверь к врагу. А ты храбрый. И к тому же притащил сюда нечистую богиню. Мели, Дас, у тебя есть мы. Элизабет, да живы все. Почему? Неужели я вижу сон? Это не сон, мы настоящие. Только вот в духовном образе. Мелиудас, не сдавайся. Мы все станем твоей силой. Мелиудас, я буду тебя ждать. Тебе больно? Прости. Почему ты извиняешься? Она там. За то, что мне придется оставить тебя одного. Я больше никогда не перерожусь. Сегодня последний день, который я проведу вместе с тобой. Тристан, да, пусть тебя ждет прекрасное будущее. Ладно, какое же будущее ждет его?